На плацу по стойке смирно стоит стройный ряд бойцов 111-й гвардейской артиллерийской бригады. Перед отправлением на непростое задание все они получили важные наставления, а также ценное благословение на учение «Запад-2021», на которое, согласно плану подготовки, они выдвигаются, а вместе с ними один пушечный и один реактивный дивизион. Местом их дислокации станет 230-й общевойсковой полигон Западного оперативного командования сухопутных войск Республики Беларусь, который находится в 17 километрах от Барановичей. Что же ждет там наших бойцов? Мы крепим 35 единиц техники и один прицеп. И с нами сегодня убывает порядка 80 человек личного состава. Также мы крепим сегодня еще два тяжелогабочных артиллерийских дивизиона, которые в дальнейшем будут участвовать в проведении полевого выхода на 230-м общевойсковом полигоне. Во-первых, размещение в районе сосредоточения, где мы будем совершенствовать мероприятия тактической маскировки. Далее будут выбраны огневые стартовые позиции, на которых мы произведем подготовку данных стартовых и огневых позиций, подготовку к открытию огня и нанесению ракетных ударов. Ну и согласно замыслу учения, мы осуществим огневое поражение условного противника. Я надеюсь, я в этом твердо уверен, что все задачи мы выполним с хорошим качеством, с общей оценкой не ниже хорошо. «Запад-2021» – это самое крупное учение совместной оперативной подготовки вооруженных сил Беларуси и России. Одна из главных задач учений – это повышение готовности войск и обеспечение безопасности в восточноевропейском регионе. Это повышает нашу полевую выучку. Мы обучаем личсостав, совершенствуем свои знания и умения, проводим слаживание наших подразделений. Осознание масштабности, насколько все важно, то есть показательный лучший результат, выложиться на максимум, чтобы показать то, что наши вооруженные силы также достойны на мировой арене. Гудящие двигатели, стук кувалды, военнослужащие проводят последнее приготовление перед отправкой стальной кавалерии нашей армии на учения. Все тщательно готовились к этому моменту, все воодушевлены, но особый трепет испытывают военнослужащие, у которых такой опыт будет впервые. Интересно, как там, ну, как мы там будем жить на полигоне в первый раз. Хочется, ну, показать каких-то результатов, показать России, что мы, ну, тоже армия, хоть и не такая большая, как в России, но тоже армия и довольно сильная. Первые учения мои будут, конечно, волнительно, но одновременно интересно. Хочется показать, конечно, достойный результат, ну и узнать для себя чего-то нового. Подготовка была очень сложная, вот она идет, сейчас продолжается. Грузим всю нашу технику, готовились очень долго, усердно, так же, как по теории, так же, как и по практике. Все готовили, учили, осталось это показать на деле все. Ребята, отправляющиеся на учения, довольно амбициозные. Каждый хочет выложиться на все сто и доказать, что мы ничем не хуже, а впрочем, даже и лучше других. Приятным моментом является и то, что все, показавшие отличный результат на учениях, будут обязательно вознаграждены. Естественно, по результатам этих учений будут определены лучшие расчеты, лучшие экипажи. По результатам стрельбы мы оценим каждое подразделение, каждый расчет. И, соответственно, лучшие будут в обязательном порядке награждены. Алена Миневич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.